«Дезертир» и сайт videogameplay.ru представляют. Ну ладно, не ухватило. В общем, я так понял, есть несколько способов. Можно было запереть его здесь, а можно было так, как сделал я в итоге. Так. Ладненько. Забрали какую-то фигню. И еще какую-то фигню, которую мы не можем уничтожить. Так. Отлично. But so far we've been unable to stop the UFO from leaking the toxic waste. We've contained all we can, but there are no guarantees an outbreak will not occur. And does the alien liquid appear to have the same effect as last time? I'm afraid so. When the alien waste reacts with organic material on Earth, it turns things into Nazi zombies. Here we go again. God damn it. I'm so tired of Nazi zombies. It's so overused. If the wrong person gets their hands on that green toxin, it could totally spread it. We have a big problem. All right. We're gonna have to completely obliterate everything in a 3-block radius. Find locations for the bombs and bury it all. Then make up a fake story about an earthquake. We can contain the outbreak this time if we act quickly enough. Let's move! Everything we've just talked about has been recorded onto this tape. I'm going to leave it alone here for a few minutes, then come back later and have it encrypted and locked away, so nobody ever hears what was said in this meeting. Yes, good idea. Тонкий намек. What the fuck? It's broken free! Die nicht, Herr gerufen hat! Oh. Whoa. Воу-воу-воу, потише, зомби. Так, да, мы можем подмогу вызвать? Эй, а где Какахин? Черт. А, ну мы можем каждого из них вызвать раз в день. Ладно, давайте пока его оглушим, побьем. Отлично. Он почти мертв. Это ведь зомби. Что он мне сделает? На! Отлично. Почти не пришлось ничего делать. Так, нацистские эмблемы там даже были. Окей. Так, жилет спецназовца. Бронешлем спецназовца. Перчатки спецназовца. Ну, вообще все круто. Сразу собрал набор. Так, что-то вылилось. Это что-то, наверное, плохое. Так, кстати, у нас левел поднялся, я заметил. Да, и нам дали дополнительную. Угу. Каждый раз, когда используешь целебное снадобье, врагу наносится больше урона, когда твоя жизненная сила на исходе. Первая атака в каждой битве наносит больше урона. Слушайте, давайте вот эту фигню. Она мне пригодится, я думаю. А, и стоп. Стоп, стоп, стоп. Надо еще кое-что сделать. Со всех врагов. Идеально ты сможешь ударить шлемом, вызвать кровотечение, если так нокаутировать противника, ты становишься проворнее. Ну, давайте вот это. Так. Диктофон. Отлично. Так. О! Да! Черт, не достаю немножко. Отлично. Новая игрушка. Обезьяна. Круто. Это обезьяна с обрезом. Это просто нечто. Так. Теперь надо быстренько посмотреть, что у нас вообще появилось интересного. Может, у нас есть какие-то... И ведь у нас действительно есть крутая штука. Грубый, примитивный, но внушает страх. Так, сейчас мы откажемся от этого положить в инвентарь.
Оу-оу-оу. Я взял зачем-то дубину. Так, изменить. Давайте посмотрим. 30 брони, 20 урона, 50 урона. Пока вот это будет. На всякий случай еще посмотрим. Ага, огненный урон. Огненный лучше, кстати. При идеальной атаке. Так, при идеальной атаке. Ага. Но здесь при идеальной атаке, а там при... Но огненный еще держится. Да, давайте огненный поставим. Отлично. Так. Замедляющая ракета. Что, простите? Боже, что... Ну ладно, оставим пока это. Так, я думаю, нам нужно что-то более хорошее. Такое ощущение. Еще раз, когда убиваешь врага. Где моя одежда? Так. И пока больше ничего интересного не вижу. Жилет спецназовца. Давайте это оденем. Там хоть и 8 уровень. Но мне кажется, вот эти получше будут. Так. Все, передвигаемся дальше. Выход у нас здесь. Отлично. Черт, зомби-фашисты. Really ну хоть первый атаковал, это хорошо. Так. Ну, определенно этого чувака надо атаковать. На! Офигенно. Я ему половину здоровья снес. Так, что у нас там может Клайд? Клайд нафиг. Вообще, нафиг Клайда. Клайда нафиг. Джимми. Так. Оу, фак. 500 хп с одного выстрела снес. Черт, скотина. Отдамажил меня. Предметы, предметы, предметы. Воскрешающий эликсир. Живи, Джимми. Джейми. Джейми, мужик. Так. Неуклюжий зомби-фашист. Или это? Давайте это. Так, отлично. Яйцо. На, еще раз. Сдох. Охренеть, он меня укусил, сука. И этот тоже укусил нашего Джимми. Пол хрена. Так, 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 так. Надо Джимми похилить, кстати, я забыл. Давайте. Так, установили ХП. Теперь способности. А, ну он усупил. Я слишком рано нажимал. Так. Думаю, сначала этого. Он, на мой взгляд, опасней. Готово и готово. Так, теперь... Песня. Swallow. I had a nice lance that she says that she said set up her the maiden from Stoneberry who is also your mom. Круто! Он офигенен, он спел это. Так, у них минус пошел. Так, 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 что у нас есть? У нас есть палка! Палка-вручалка. Сейчас мы долбанем вот этого негодяя. На! На! Черт, блин, ну, коцает меня. Так, у Джимми больше нет возможности. Давайте этого добьем. На. Один урон, ты издеваешься? Один гребаный урон. Хоть пожар. Так, ау. Так.
О, ну вот 175 это хорошо. Отлично. Но один урон это было издевательство, честное слово. Так. Кого фига все дети мертвы? Что происходит? Ни хрена не круто. Так, я надеюсь, так не везде. Ну, вроде бы пока здесь нормально. Так. Куда нам? Нам теперь опять в школу возвращаться, ну, точнее, рядом. И посмотрим, что там будет. Но, блин, нацисты-зомби это трындец. Твою ж мать, вот они опять все жрут. Так, мы их обездвижили. Так, бить по ногам, говоришь? Так, удерживаю, пока вокруг все не покраснеет. Да черт! Я скосячил. Так. Способности. Осыпи, усыпи их. Мужик. Отлично. Он их дико усыпил. Все-таки я хочу попробовать. Черт. Все не покраснеет, оказалось, всего лишь не выскочит один этот. Так, ну здесь долго очень. Давайте просто ударим и выстрелим. Ай, решули. Ау, ау. Понадавал нам. Больненько. Так. Поджарили, отлично. Офигенно, подняли силу. Теперь мы можем еще раз их усупить. Sleep now, the whippoorwills are dancing. Gently now, put your mind to rest. Блин, только в одном ошибся. Черт. Ну, ладно. Так, теперь у нас есть возможность выстрелить. Давайте. Отлично. Один урон это, конечно, немного, но ну, окей. Это уходит. Ты красавец, ты разогрел публику. Прям красавец. Ладно. Стреляй. Стреляй, мужик. На! Ау, он меня укусил. Какого хрена? Я же защиту вроде ставил. Почему они меня все кусают? Нифига нечестно. Так, ладно, давайте попробуем вырубить зомби. Так, раз, два, три и... На, по яйцам. На, все, отлично. Мы это сделали. Остался последний удар. Ну, давай. Да, ты добил его. Спасибо, Джимми, ты прям офигенный. Ты крут. Ты крут, мужик. Так, где второй зомби? Стоп. Здесь было два зомби, я точно помню. А вот второй зомби где-то здесь. Отлично. Блин, люди вообще не замечают, какого фига тут что-то происходит или не происходит. What's this? It's a recording. There's data on here. Did they say anything? What kind of Taco Bell is it going to be? When are they going to be finished building it? Shh. All right. We're going to have to completely obliterate everything in a three-block radius. What? Set charges underground to blow up the area and bury it all. Then make a fake story about an earthquake. They're going to just blow up three blocks? Sons of bitches. You sons of bitches! What gives them the right? I knew there was more to this. It's not a simple Taco Bell we're dealing with. It's the most massive Taco Bell ever built. You see, ever since the whole Doritos Locos Tacos thing, Taco Bell thinks they can do whatever they want. Well, not here. Not in our town. You've done well, new kid. We're not going to let Taco Bell win. I'll take that picture you wanted now of you with the PTA. Nice. I'll send it to you. Отлично. Нам дали фотку. Так, они с нами подружились, интересно.
That's the last time Taco Bell fucks with the PTA. Just because I'm your friend now doesn't mean you get to screw around. You did very well today, young man. Kyle is so lucky to have so Да, отлично, они все с нами подружились. А, так, ну, 45 друзей доступно. Офигенно. Офигенно, у нас 45 друзей. Это круто. Так. Ну что, что интересного у нас здесь есть? А, стоп. Нам сейчас надо бежать к готам. Интересно, нам придется для них одеваться опять, а? Мне так этого не хочется делать. Надеюсь, что нет, но там посмотрим. Так. Кстати, надо попробовать убить Элгора. Ну или покалечить его хотя бы. Enjoy your popularity and 1.9 children in your 401k, conformist. Да, они нас все равно считают конформистами. Да, блин. Окей, куча новых друзей. Нафиг тебя, Элгор. Так, человек принимает собственно бла-бла-бла. Он кинул серьезно. Так, такая. Люди, эльфы. Пам, прости, адмирал. Ну, видишь, я за то, что снял мои флажки, козлина, именно эти слова передай тому, кто сделал это когда-то, понимаешь? Я думал, он знает, что это мы. Ладно. Так, шляпка. Готская. Костюмчик. И перчаточки. Где они? Вот так. А вот теперь мы выглядим как год. Whoa, he did it. Nice. Yeah, but he's still not goth. He'll have to pass the final test. You may look goth, Frodo, but can you dance goth? Твою ж мать. Not how you drink coffee. Less enthusiasm. Ah, понял. Totally fucking bullshit. Черт. You call that smoking? God. Ну, nice try, Frodo, but you dance like a freaking pop star wannabe conformist. Я слишком поздно понял, что это. Ну, поняли. Dance God, so just stop wasting our time with your posing. Давайте танцуем как год. Я просто понял теперь, как это делать. Черт. I'm feeling the rage. I like what you did with your coffee there. Whoa, apathy combo. Так вроде получше. He's pretty goth. He's pretty goth, right? Yeah, that was pretty good. I felt his pain. All right, new kid, you've officially proven yourself. Yeah, just tell us where you need us, and we'll be there. Круто. Isn't it great to finally know how much everything sucks? Не знаю, мне нравится музончик, который здесь играет, но почему-то он играет с глюками. Ну ладно. Он офигенен. Так, я убью этого Элгора. Я серьезно. Он меня уже достал. Так, я не знаю, как я это буду делать, но я убью его. Давайте, знаете, Джимми... Да, Джимми, кстати, пойдет. Он может заморочить Элгору голову. Какой у нас квест? Вернуться к карту на крепости Купы и попроси его помочь. Угу. Ну, тут два варианта, ребят. Пока я буду делать, я не знаю, ну, два ли это варианта или просто так прикол. Вы можете решить, кому, собственно, я пойду помогать. Вот. Поэтому у вас есть шанс решить продолжение, какое именно будет. Черт, вы зомби-нацисты. Пошли вы. Да-да, правильно. Привет, ребята. А, так, 820. На, по яйкам. На, еще раз. Так.
сыграй нам что-нибудь интересненькое. Sleep now, the whippoorwills are dancing. Gently now, put your mind to rest. Wow, what a audience. Почти полностью я сделал это. Я сделал это почти полностью. Так. Давайте еще раз. Офигенненько. Так. Ну, теперь что, осталось дело за малым. В каком-то смысле совсем за малым. Так, Джимми, давай. Отлично. Джимми задал. Так,